Людина з Йою Робон, салюм де старт. Давненько ми не смотрели відоші. Все. Это клиника. Відосики по Димашу. Димашку. Димашек, иди сюда. Погнали. В общем, мне тут прислали заявочку на... написано, что это Кайран Елим. Кайран Елим. Это, видимо, какое-то недавнее его видео. Насколько... Хотя фиг его знает. У меня сейчас вот... Раньше мне всегда писала программа. В смысле, когда у меня... До того, как у меня крякнулся мой компьютер, до этого мне всегда на YouTube писала, когда выпущено данное видео, какого числа и так далее. Сейчас оно нифига не пишет. Поэтому я, мне остается только догадываться, насколько эта оса меня уже достала сегодня. Я понимаю, что у меня дома вкусно пахнет, но не надо сюда прилетать. Она сегодня мне чуть на лицо не села. Ладно, пусть летает. Да, в общем, погнали. Посмотрим. Димашка. Раз, два, три. Ага. Димаша ли? Представляет. Что так на фильм похоже, так аж. Димаш собрался сняться в диснейском фильме? О, какой голос. Азамат Дуларов. Я слежу за Димашом в инстаграме, если кто не в курсе. Поэтому я знаю, что у него там дебют в продюсировании. Тимур Дулатов. Вау, круто. Что он сам снимал. Ну, насколько я понимаю, когда он на русском пишет, конечно. Аж не по себе. Так, тихо. Олы даланың бөгділір біле бермейтін, өзгілірді сезе бермейтін киесі бар. Вок. Это клип или что это? Я вот... Ух ты. Блин, такое... Музыка всегда такая мистическая, как-то связанная с природой, со всем вот этим. Ого. Где Димашка? Как красиво, капец! Ой, пустите меня туда с фотоаппаратом и все. Я там застряну на месяц. Реально, как будто фильм. Это не фильм случайно? Нет, это 7 минут не может быть фильм. Титры. Красиво какая. Димаш, что творишь? Да как можно не любить эту красоту? Как красиво. Сандар шыңдайды, шыңдарсын байды. Я же забыла читать, засмотрелась на него. Классно вообще. Я видела у него в инсте фотку, где вот пианино как раз таки стояло. По-моему, да. То есть это свежий его клип. Шар карасын
айкыным шаттансан эри куансан сэби. Он поет вроде бы такие милые, теплые пожелания, но он поет это так, что, блин, хочется рыдать просто от его голоса. Кайрат бенен. Аман бол елім, ғасырлардай мәңгі соқсын сенің жүрегің, шалғы солғана тілім. Кайран менің туған. Кайрат мене или Кайрат бене? Блин, кто-нибудь скажите мне, как правильно он поет. Священная земля, как по-казахски. Офигенно. Какой туман, у меня же мурашки по ноге. Блин, когда-нибудь я увижу горы. Мечтала пианино домой. Играть не умею, но была у меня мечта играть на пианино. Это просто вот от колен до сюда меня пробрало мурашками в этот момент. Это вообще... Офигеть, это оса опять тут. Ашарлардай мәңгі соқсан сенің жүрегің. Жалғы солғана. Ну иди ты уже, это та что. Дай мне посмотреть. Как в ожогах, как будто, да. Как пепел. Все позеленело, там было... Господи, офигеть. Глубокомысленная песня. Мало того, что она с большим смыслом, плюс еще так стоять, товарищи, опять эта оса здесь. Что ей надо-то от этого дома? Так, оса меня сбила. Димаш, офигенный клип, очень классно снят, режиссура просто на высоте. Димаш вообще молодец. Голос его, как обычно, самый сладкий, шикарный голосок. Очень эмоциональный. Не, эта оса меня напугает. Все. И вот этот тот момент, когда вообще природа Казахстана, конечно, богичная, про нее вообще ничего сказать не могу про нее. Я очень хочу съездить в Казахстан, чтобы посмотреть на природу. Вот. Горы, природа, лес, вода, все это вообще всегда очень красиво. Вот. А так тот момент, когда Димаш начал гореть. Я понимаю, конечно, что это компьютерная графика, все дела, но я вообще ничего сказать не могла в этот момент. Я просто сидела, и меня вот от колен, почему-то от колен, я не знаю даже, вот от колен до вот этого места
Прям у меня даже здесь были мурашки, хотя у меня такого, ну не знаю, мне может мурашки по затылку пройтись, там, не знаю, по рукам, по ногам, но чтобы вот, вот прямо до сюда, никогда в жизни у меня такого не было, да, еще какой-то капец. Вот, то есть у меня были мурашки прямо здесь, вот прям холод, уа, до сих пор как-то не по себе. А, песня вообще классная, а, так, сейчас не разреветься бы. Фу, а... Спасибо огромное за заявку. Я в любом случае бы посмотрела этот клип. Я смотрю все, что вы скидываете мне. Даже если я не снимаю на это реакцию. Вот. Но песня вообще шикарная. Шикарная. И слова, конечно. Ну, в основном я их не успевала. Половину не успевала прочитать, потому что смотрела на виды, смотрела на Димашечка, на красавчика, на нашего. Слушала его голос и какие-то моменты с субтитрами упустила, но я поняла, в чем смысл, что он пытался донести до человечества, потому что тут не до... Ой, ну, не просто донесение до, там, не знаю, до какой-то маленькой массы. Там для до каждого человека, для человека, она везде, вездесущая. Вот, я даже не включала сегодня размытый фон. Как он называется? Боке, не боке. Вот. Спасибо огромное за заявку. За Димашика вообще в целом. Его родителям спасибо огромное. Блин, это оса, она вот не знаю, это харта такая какая-то. Она, я боюсь ее, на самом деле. Ну, я стараюсь ее не трогать, чтобы она меня не трогала. Ну, я надеюсь, что она улетит. Я открыла ей окно. Ради бога, улетаю уже, надоело. Е, везде она тут жужжит. Ладно, на этом я закончу. Спасибо огромное за заявку еще раз. И все послушайте песни Димаша срочно.